Итак, всем привет, с вами ДПК, мы продолжаем играть за Россию Виктория 3 в новом бета-патче. И мы продолжаем становиться великими. Теперь у нас на, так сказать, пути Арабия в целях здесь подзахватить, утвердить контроль над мировыми запасами нефти. И я думаю, стоит, кстати говоря, поменять немножко закон по аренде. У нас вот здесь вот земельную реформу сменить на коммерческое сельское хозяйство. Тоже сейчас этим займемся, но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Поехали. И посмотрите на этих дворян, просто 8-9%, мы их из правительства можем даже выкинуть и поставить сюда промышленников, потому что промышленники как раз и захотят поставить коммерческое сельское хозяйство, что откроет нам публичные компании во множественных производственных домиках, то есть вот здесь, что даст еще больше возможностей для инвестиций в будущем. И наши крестьяне станут... Окей, они и так вроде как вольны, так что окей. И мы, кстати говоря, можем поприглашать себе ребят, которые хотят нигилизм нам продвигать. А в теории можно так и сделать. У нас есть, допустим, люди, которые хотят убрать колонии, этого можно просто изгнать. Я думаю, да. Не страшно. Но видите, у нас государственная религия, мы не можем пригласить себе людей, которые не нашей религии. Мы с гражданством немножко справились, а вот с религией пока что нет. Надо тоже будет этим заняться обязательно. Ну что, давайте сразу будем начинать потихоньку захватывать стейты. И будем надеяться, что никакие рафлачелы на европейцах, так сказать, не пойдут мне с этим мешать. О, а вот и плюс бафы на самом деле хорошие. На плюс шанс. А, и они просто сдались на самом деле. Для нас прекрасный результат. А давайте сразу дальше в Хиджаз какой-нибудь. Ага, почему-то нельзя в Хиджаз. Хороший вопрос, почему? А узнать мы не можем. Сверя здесь, смотрите, есть какие казусы были. Бенгия, Германия, Италия, Скандинавия. Это, видимо, только для них такие КБ. А для других стран таких, походу, и нету. Ну да, пока что у меня нету завоевания. А здесь есть. И я вижу, что это данник Османской империи. И это данник Османской империи. Наверное, именно из-за этого. По крайней мере, у меня других идей особо-то и нету. А вот Бахрейн, смотрите-ка, не сдался и до последнего сопротивляться будет. Ну, мы просто делаем у него высадку, потому что у него нету абсолютно никаких войск. Ну и вот они высадились, и, в принципе, мы сразу выиграли войну. Здесь ничего необычного нету. И благодаря нашим инвестициям в стекло, как видите, немножко по цене стало получше. Господи, 42 тысячи угля мы производим. Именно наши, именно мы 36, остальное страны в нашей сфере влияния. 10 тысяч у нас при этом еще покупают, жесть. Конечно, да, угля у нас очень много производится. Ну, как и всего. Первая экономика мира все-таки. И у нас наконец-таки появилось пятое обрезание. На этом, как говорится, все. Все, что мы могли развить здесь, мы все развили. Теперь нужно только заниматься уровнем жизни. Ну и продолжаем. Дальше завоевывать Арабию. Блин, я все прокую, там только плохие ивенты. У нас уже две заминки. Ну и на фоне того, что у нас вроде как начало хватать стекла, давайте апнем крытые рынки, поставим здесь. И вот стекла опять не хватает, и стали тоже. Ну, достроим. И вот оно, аман есть. Точнее, договорный аман, это... Здесь мы, кстати говоря, должны еще, наверное, сделать вот так. Да, прекрасно. И обязательно эти области включить. А, они и так уже включаются, прекрасно. Ну и пока мы не можем нападать ни на что и вот этого, видимо, потому что у нас перемирие с Османом, поэтому мы и на вот этих ребят не можем нападать. А нападаем вот сюда, тогда. И отменилось. Еще одна заминка, видимо, произошла, и все, на согласие 54%. Нам не повезло просто. А, ладно, о, подождите-ка. Интеллигенты, полное разделение. У нас, видимо, просто, да, появился... не зря мы пригласили мужика. Полное разделение он хочет сделать. У нас православные станут радикальными, не получится. Давайте тогда начнем хотя бы со свободы совести, чтобы эти ребята не совсем с ума сходили. Ну, 32,5 они слишком сильные, чтобы их прямо сейчас настолько злить. Назовем сюда интеллигентов, выкидываем вооруженные силы, и как бы 65% еще. Видите, не зря мы поставили себе олигархию. Как бы, видите, по-другому у нас было бы все не очень. И самое главное, у нас сейчас как раз таки правитель к православному принадлежит, и это на самом деле достаточно удачно, потому что мы их должны оставлять в правительстве, иначе они будут очень злиться. По крайней мере, пока что, да, полное разделение.
Подождите. Только что же мы видели, что они радикализируются. Что-то изменилось? Что-то изменилось. Если мы сделаем сейчас полное разделение, то это будет шикарно. Слушайте, отлично. Да, и война начинается. Ничего удивительного. Ну, что мы делаем? Мы просто захватываем их. Достаточно просто. Ой, тут сразу наоборот позитивный ивентик. Очень хороший. Шансы супер большие. Если мы это сможем принять, то мы действительно положим начало, я бы сказал, самым главной реформам, вот эти вот. И мы сможем задушить последнюю неприятную группу, православную. Потому что все законы, что они могли поднять, они уже поднимали. Нужно теперь нам реально либералов, а потом уже, конечно, и более интересные группы, скажем так. Но это попозже. Слушайте, а вот что, наверное, поменялось. Они не хотели коммерческое сельское хозяйство. Поэтому у них был минус, сельское хозяйство перестало приниматься. Минус этот пропал. И вот они, как говорится, и обнулили свой взвод кап. И мы вполне себе теперь можем пережить избавление церкви в нашей стране, вау. И закон у нас уже в согласии, прелесть. И тут тоже прелесть, потихоньку Аравия подчиняется. И посмотрите, какие низкие цены на все. У нас нет ничего очень дорогого. Здесь кажется минус 6 тысяч, но это просто баланс так сделан не очень равномерно, потому что при вот таких цифрах 6 тысяч это не так уж и много. Так что да, единственное, все еще у них, у наших крестьян нету работы, поэтому они все еще не могут позволить многого. Но мы над этим работаем. Кстати, 1000 картин уже продаем. Шикарно. А еще, наверное, делаем профилактику малярии. По крайней мере, заинвестируем сюда. Нам нужно сколько? 16 тысяч, по-моему. Технология этого уровня стоит, да. 16 500 стоит вот эта теха. Поэтому инвестируем туда, и потом будем добивать остальные техи. И смотрите-ка, учредить колониальную администрацию в Сенегале. А, колонию в Сенегале. А что это такое? Что это нам даст? Смотрите, берег слоновой кости. Это страна какая-то... Марионетка. И зачем нам это делать? Вопрос. Реальный субъект создать? Зачем? Пожалуй, нет. Я убираю, как говорится, прямой контроль из Москвы. Или в нашем случае, что у нас? Петербург все еще. Ингрия. И закон, видимо, был принят. Я escape нажимал, чтобы другой вент пропустить. Давайте проверим. Да, полное разделение. Но все. Православные вы отгребаете, как говорится. Огребайте, точнее, да. Время... Ага, у нас все сразу и переключилось автоматически на светское. Прелесть. Церкви стали независимыми. В идеале, конечно, сделать вообще атеизм. Но мы к этому еще придем. И посмотрите, какие огромные стали промышленники. Действительно огромными. Потому что очень много у нас экономики. Очень много денег. И они все скапливаются в руках капиталистов. С этим надо будет что-то делать, но... Чуть попозже. Пока что я бы хотел что? Так, кстати говоря, у нас авторитет упал из-за того, что мы церковь немножко поддушили. Бывает так, да. Давайте вот так сделаем, чтобы он был в плюсе все еще. И теперь нужно продумать про другие законы. К примеру, я был бы очень не против сделать госшколы, но пока что опасно. Просто видите, они 50% силы дают, на самом деле много. Конечно, нужно подождать, пока православные отойдут от прошлого изменения. Хотелось бы мне бы еще всякую защиту свободы слова сделать, но пока настолько далеко мы не можем пойти, а это также, видите, минусует православных. А мне все-таки хочется школы, наверное, в приоритете поменять. Делать мы этого пока не будем. И забавный факт, интеллигенты не против однопартийного государства. Ну ладно. И давайте попробуем сделать свободную торговлю, потому что я все равно в основном торгую без пошлин, то есть торговыми соглашениями, чтобы бюрократию экономить, и в принципе буститься очень жестко за счет того, что вы обмениваетесь всем. Поэтому попробуем свободный рыночек у нас сделать, почему бы нет. Вейлхедж просто взял и отступился. Прекрасно для нас. Идем дальше. И Скандинавия хочет против гальштейнских коммунистов нашу помощь получить. А, ладно. Потому что таким образом я смогу их позвать в наш таможенный союз. Видимо. Да подождите, они и так в нашем... Они так у нас. Ладно, тогда просто поможем, потому что они с нами. Ой, наконец-таки с Оманом у нас кончилось перемирие. Давайте-ка здесь сделаем обязательными целями войны. И да, захватим его полностью.
И Франция решила, ну вот, ну вот серьезно, вот, ну вот нечего делать, надо вступаться за Оман. Вот реально Оман ситуация. Ну что мы это сделаем? Ну, отправим войска сюда побыстрее все это захватить. И потом выйти просто, не знаю, на белый мир с Францией. Хотел бы я, но... Ну такое надо доказывать. Репарации давайте хотя бы за них заберем. Что у них тут еще есть? Ну и давайте какую-нибудь микроколонию типа французского Габона. Ну а то что это они херней занимаются? Оман все вообще может сдаться, потому что он все еще... У него страх, он банкрот, господи. Ну, шансы очень большие. Началась война с Оманом. И да, мы просто сейчас супер быстро захватим. Здесь никаких нежностей не будет. Здесь Габон также захватим. Я бы сразу сюда перебросил, кстати говоря, флот, потому что я потом, наверное, еще какие-то микроколонии буду захватывать французские. И вот этот регион неиронично какой-то баганый, потому что у меня ни сюда войска не могут зайти, ни отсюда. Видимо, они не могут найти какой-то путь. Как будто у них здесь негде выйти, хотя как бы есть. Может, из-за того, что где-то вот через чужие территории, может, как-то должен путь идти. И поэтому они его не могут найти, не понимая, что у меня этих территорий нету. Не знаю, честно. Ну, забрали мы там колонию. Высаживаемся сейчас сюда, высаживаемся сейчас сюда. Такими небольшими выставками, я думаю, так, отделение Йеменцы откололось. А жаль, что похуй. Ну, подавим. Что я могу сказать? Ну, а вот и свободная торговля. В теории, супер большой теории, наша торговля должна чуть-чуть посильнее стать, но это не точно. И да, вот этот флот опять надо так вот подергать, чтобы можно было его использовать здесь для выставки. Почему? Я не знаю. И вот Оман сдался, осталось у Франции получить наши репарации и микроколонию. Также изучили Суэцкий перешейк. А можем попробовать... А, подожди, можем у Франции. Так, я могу у Франции забрать, видимо, вот это. Это является... Не уверен. Выглядит как будто да, но вообще не уверен. Заберем и тех на всякий случай, я думаю. Ну и вот с севера здесь можно нормально захватывать территорию, а с юга вообще не хотят никак. И Финляндия делала... Господи, как же здесь боты не умеют держать выставки, как бы... Но при этом высаживаться они как будто даже чуть-чуть умеют. Видите, Финляндия взяла и высадилась успешно. Супер смешно за таким наблюдать, но чё нет. Да, Франция все еще не реагирует на эту выставку и даже не отправляет сюда армии. Никакие. Это супер смешно выглядит. Может, если наши выставки, они подумают о том, что все-таки стоило бы. И окей, по-моему, дальше войска наши тоже сломались. Вот здесь вот, видите. Здесь что-то точно очень сломано в Африке по путям. Но надеюсь, они это найдут. И просто посмотрите на это. Финны берут Париж. Франция все еще у них... Смотрите, сколько у французов войск. Ну, они, у них есть армии, содержать их, остановить их. Но они просто ничего не делают, они просто фоткают. Просто фотографы. Изучить технологию фотографов и, видимо, он фотографирует. Я не знаю, что еще они делают. Просто финны соло берут Париж. Что сломалось? В какой момент где-то что-то сломалось? Я не знаю. Я еще и в малярию переинвестировал, но ладно, возьмем, получается, пораньше его. Мы нашли, где строить. Да, в Венгрии будем строить сейчас небоскреб. Бюрократия наша возвращается. Окей. И внутренние инвестиции, да, звучит сильнее. Но хотя бы, слушайте, хотя бы они... Давайте перепроверим. Хотя бы они пофиксили баг с небоскребами. Теперь нельзя построить миллиард небоскребов. Было бы забавно, если бы можно было. Может, заполненность, либо товарооборот производства ведомств. Наверное, пока ведомство оставим. Ну, это французы абсолютно игнорируют то, что их страна буквально вся сейчас оккупирована. Ладно. Электричество тоже очень странно сейчас используется. Я построил в нескольких стейтах электричество. И, типа, оно там производится, но оно тратится везде. Местный товар, причем это только здесь. У меня, знаете, какая есть идея, что они, типа, сделали расход электричества только там, где есть электрическое, этот сам домик? Не знаю, просто по идее смотрим мы на наши лесозаготовки. Ага. Я понял, то есть надо в каждом стейте теперь делать по электричеству.
чтобы этим всем можно было пользоваться. Судя по всему, это вот так должно работать. Теперь нельзя настроить... Так, а я не могу... А, мы можем эти домики теперь сломать. Что если мы сделаем вот так? Все еще забавно, ладно. С революцией они хотят президентскую республику. 6% они смогли это сделать. Вау. То, что я могу сказать насчет этого. Президентскую республику. Давайте, по крайней мере, закинем, но принимать, конечно, мы такое не будем. Дождем, пока они успокоятся. А почему они вообще начали волноваться? Из-за свободной торговли. Забавно. Теперь на меня сдаются дворяне. Я чувствую, сейчас они начнут бухтеть. Ну что поделать? Пока что туда-сюда поделаем, и они успокоятся. И да, вся Франция оккупирована, все еще минус 84 всего лишь. Они не спешат капитулировать. Но я получил габон и репарации, окей. Теперь православные, да, говорят, мол, что ты такое делаешь? Давай-ка это, монархию оставляй. Забавная ситуация. А все из-за того, что у нас вот этот чел. Давайте-ка его подальше отправим. А себе какого-нибудь хорошего человека позовем. И вроде как я сделал все спокойным. Добавив селян в группу, когда они не были в революции. И идеи социализма охватили Россию. Сдержать их распространение. Смотрите-ка. А. Можно сделать субсидиарную зарплату, либо регулирующие органы. Кстати, регулирующие органы — это неплохо на самом деле. Давайте так и сделаем. Потому что это минус смертность фактически для нас. Я делаю вот такое теперь изменение. Смотрите, как коммерческое сельское хозяйство поддерживает нас селяне. Они все еще теперь недовольны из-за того, что они не в правительстве, но уже нормально. Можно вернуть вот так, потому что у нас все равно легитимность та же. И вот мы держимся в нормальном балансе. При этом проводим полезный для нас закон. Нормальная ситуация. Не дворян мы закинули внутрь, потому что иначе у них было больше, чем минус 10. Мы не хотим вертикализации никого. Придется сейчас побалансить у нас, потому что есть большой конфликт между селянами и дворянами, скажем так. Англо-индийское крестьянское восстание произошло в... британском Раджа. Ну, не знаю, яички все почему-то взрываются, просто только могут. В очень странных ситуациях оказываются постоянные повстанцы туда-сюда, а у нас все в порядке. У нас не пахло точно никакими революциями, но вообще, не знаю, тут даже в каких-то однопрофильных минорах революция происходит, это очень странно. Ну, если вера престола наследник у нас промышленник, как обычно у нас, в общем-то, получается, самая влиятельная группа захватывает себе наследника. И потом от нее надо будет избавляться, потому что от промышленников там тоже придется избавляться. Они тоже не очень хотят налоги себе повышать, разные социальные блага вводить, а нам это надо будет. Мы продолжим давать завоевания. Все-таки хочется доделать здесь все. Попробуем. По крайней мере, вот так. Там в теории Осман должен вступиться за них. Это вообще Египет, господи. А, ладно, тогда мы делаем... О! Это обязательно основные... Синай. Возвращение, причем. Возвращение Синая. И хиджазский Йемен. Хиджаз перешел под Египет. Да. Я и не заметил. Допустим. Это нам, в принципе, тоже выгодно. И вы посмотрите на это дерьмо. Австро-Венгрия и Франция обе поддерживают Египет. Вы что, с ума сошли? Французы только что бебру понюхали нашу. И опять, ну, видимо, понравилось, хотят еще, не знаю, других вариантов. Защищай фронт, готовимся здесь защищать фронт, потом, я думаю, будем выставим душить французов. Добавляем, конечно же, теперь репарации с них. Может, они хотят нам еще денег подавать. Как бы мы и так получаем с французов 63 тысячи, будем теперь еще и с австро-венгров получать. Теперь можем Пруссию позвать, но Пруссия в плохих отношениях с нами, поэтому они не согласятся 100%. Что-то еще можно было бы взять. А, можем французский Синай теперь еще собрать. Ну, вообще прелесть. Еще и Пруссия решила поддержать Египет. Не, ну вы сумасшедшие. Я вам отвечаю. Да, еще Модена сейчас хочет зайти. Сумасшедшие люди, что я могу вам сказать? А, ну, все-таки это будет один единый фронт. Я бы, кстати, не против на этом фронте действительно подефаться. Сейчас посмотрим, сколько туда наши противники пришли войск.
Ну, слушайте, прусаки все еще не мобилизуют свои армии, французы все еще не мобилизуют свои армии. Не знаю, как будто Ирка сломалась. Я не уверен, но есть такие ощущения. То есть видите, только Австро-Венгрия и Египет. Начинается война, но, наверное, закончим мы эту войну уже в следующей серии. Так что с вами был Допкей, обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписано. Лайк, комментарий, твиттер, пусть и все, как обычно, ребят, и до скорых встреч. Всем пока.